10 января текущего года в городе Якутск было совершено разбойное нападение на один из магазинов, расположенных по улице Дежнева. Видеозапись происшествия нашла распространение в социальных сетях и имела большой общественный резонанс в республике. В тот же день следственным управлением межмуниципального управления МВД России Якутское было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». 15 января в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подразделения по раскрытию разбойных нападений межмуниципального управления МВД России Якутское подозреваемый в совершении данного преступления задержан. Какого года рождения? 82-го. Ранее привлекались к уголовной ответственности? Нет. А за что вас в настоящий момент задержали? За ограбление магазина. При каких обстоятельствах совершили преступление? Ну, зашел в магазин, сказал, это ограбление, выстрелил, сказал, деньги на стол. Взял пачку денег, которые положили на стол, положил в карман и выбежал. А в пачке сколько денег было? Около 40 тысяч. Ружье на ваше имя зарегистрировано? Да. Да. Женаты? Да. Сколько детей? Детей нет. Детей нет. А сколько женаты? 12 лет. А где работали? В университете. Кем? Старший преподаватель. Похищенные денежные средства куда взяли? И оружие. После ограбления, как вы вышли с магазина? Куда направились? К себе домой. Там оставил обрез. Спрятали, да? Да. А где спрятали? Ну там же, в доме. В квартире свою? Угу. Квартире. А похищенные деньги? Похищенные деньги оставил в куртке, потом купил билет на самолет на эти деньги. А, с какой целью? Ну, я собирался лететь в Новосибирск, устроиться там на работу. Ясно. Какие-нибудь у вас заявления будут? Ну, прошу простить всех, я полностью раскаиваюсь, и чтобы никто такого не совершал, хочу сказать, чтобы молодые парни и вообще такого ошибки никогда не совершали в своей жизни.